Все больше районных больниц открывают отделения для заболевших коронавирусом. Причина заключается в росте заболеваемости. Больница в Унгенах тоже подготовилась к потоку пациентов и сделала запасы защитного снаряжения, лекарств и кислородных аппаратов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19. В Унгенской районной больнице август начался с открытия отделения для больных COVID-19. Его закрыли несколько месяцев назад. Руководство больницы заранее закупило перчатки, халаты и маски, чтобы справиться с четвертой волной. Это айча вем визор мануш, а вем ажорди шайза земиди мануш. Здесь у нас запас в 60 тысяч перчаток, и это позволит нам работать в течение 3 месяцев. У нас есть шприцы, капельницы и системы переливания крови. Системе де трансфузия сынджелуй. Готово и отделение интенсивной терапии. Все кровати обеспечены аппаратами искусственного дыхания. Каждая кровать оснащена монитором. Есть запасные кислородные маски. Вместимость отделения для пациентов с коронавирусом – 140 коек. Врачи Унгенской районной больницы говорят, что весь медперсонал подготовлен к новой волне. Что касается врачей в больнице, 98% из них вакцинированы. Сейчас в районе зеленый код опасности заражения новым коронавирусом. Однако местные органы здравоохранения обеспокоены низким уровнем вакцинации. На 1 августа вакцинация населения первой дозы составила 17,39%. Обеими дозами вакцины – 10,7%. Две недели назад отделения для пациентов с COVID-19 снова открыли в Кагуле и Чадырлунге.